Ну, не знаю, придется пожить еще. Ну вот, к сожалению. Я нормально все. А я плохо. Это Апушка. Ну блин, косоглазый. Он подрос, что ли? Он? Ну как он подрос? Нажировался. Сильно нажировался. Ну прям сильно, нормально. В этом году лучше, в прошлом году он плохо линял долго, в этом году прям ничего. На, Потапушку, подойди, пожалуйста, я тебе метку принесу. Знаешь, лекарство кушать, иди сюда, малыш. Иди сюда, пошире. Ну, дома. Ваше Величество, соблаговолите, да есть лекарство. Калитку закрыли? Нет. Зачем? Зачем? Пускай Потапыч погуляет. Не, его назад тяжело будет он. Ну, не знаю, если на живца, то нормально. Тяжелый очень. Не затолкать. На живца побежит, может. На живца. Ну, кушай. Так, сейчас, подожди. Потапочка, подожди. Сейчас. Снимаю, ничего не видно. Чего снимаю? Я тоже так, вот солнце светит. А-а-а. Лучше пусть солнце. Иди сюда, Потап, не уходи, я еще не все. Там арбузы у него. Да, блин. Там арбузы. Понятно, что арбузы. Мед, дай кто будет. На, Потапочка, Потап, на, еще чуть-чуть, маленькую капельку. Тонька спит уже? Ну, она готова уже почти, но рано еще. Вон она. А, вижу, вот, сейчас дойду. Ест хуже уже. Надо им уже забивать берлоги, потому что сейчас скоро похолодание, так ляжет и все, и будет спать. Ой, хлюпалка. Это же в прошлом году самая первая легла, как-то, да?